Урок 2. Основные опции. При первом запуске программы Traktor DJ Studio необходимо настроить параметры звуковой карты, находящиеся в закладке Audio Setup. В нашем примере будет рассмотрен порядок действий для установки стандартной интегрированной звуковой карты. Открыв закладку Audio Setup, выбираем пункт Sound Card и в параметре Audio Device указываем имеющуюся звуковую карту. Оставив прочие параметры без изменений, переходим в пункт Output Routing и в параметре Monitor указываем ту же звуковую карту для обоих каналов. Для того, чтобы настроить параметры записи, откроем закладку Browser Preference. Выбрав пункт Recording, укажем директорию, в которой будет помещаться записываемый материал. Также следует обратить внимание на параметр Split at File Size, определяющий размер файла, при котором аудиозаписи будут разделены. Без выбранного размера файла запись будет вестись непрерывным файлом.